зовут его Али. Вообще по жизни очень, сука, странный человек. Когда сказали, что пора и тачку покупать, я думал, целый век он будет что-то подбирать. Спустя буквально месяц вижу, как Али же был. В машине едет, прицепил блатной какой-то номер. Кричу ему, Олег, и что это за тачка, дядь? Тады сны орал на пол района, Камри 3-5. Казать, что был я в шоке, это сломно промолчать. Ведь у флексера Олега есть Камри 3-5. Ищи делают, японцы едут запад покорять. Теперь Олежа люто флексит в Камри 3-5. Но ветру ведет опять, жестко стели 3-5. Все передние, все шины едет, их уже менять. Залогинился на тубе, под обзором написал. Камри это так надежно, на тубе мир я прикол. Камри 3-5, у Камри 3-5. Ты видишь, что на твой гамате Камри 3-5. Камри 3-5, у Камри 3-5. Ты видишь, что на твой гамате Камри 3-5. Я шлифую первые 60 километров. Мне не нужно долго рассыпаться в сантиментах. Знаю все давно, что Камри это пушка гонка. После Камри в других тачках чувствуешь себя неловко. Это фити-фити-киты, кузов Камри 3.5. У нее плохого даже нечего сказать. Все суки выкупают, сразу ты предприниматель. Если видишь его в Камри, сука, он твой наниматель. Я твой неприятель, я твой покупатель. У меня багажник и стволы, и битый дядя. В базаре кучерява будешь, когда я скажу. У меня много сна, и ты залей, я подожду. Поехали на свитик и зарубимся с тобой. И не вздумай мне отказывать, не жертву головой. Мне ничего не стоит тебя быстро размотать. Не забывай, мы двигаемся в Камри 3.5. Камри 3.5, Камри 3.5. Любви достойна только мать и Камри 3.5.